Пожалуйста, обращайся. Так, запись началась. Всем привет, народ. С вами Элидас, и мы играем в Among Us. У меня туалетная бумага на голове, как вы видите. Вот. И меня сейчас убили. Классно, спасибо большое. Да. Ребят, ищите труп. Вот это на хорошей ноте я начал запись. Просто на офигенной ноте. Ну, давайте думайте, кто это. А что все молчат? Переписывайтесь, я не могу ничего говорить. Я не могу ничего говорить. Перед кораблем. Я начал запись. Причем очень вовремя ее начал. Угу. Я походу понял, кто это. Я думаю, это фиолетовый. А почему? Ну, потому что фиолетовый какой-то странный. Действительно. Или фиолетовый, или фиолетовый. Ой. Типа фиолетовый или... Просто выкинули. Боже, за что вы так? Лёш, я правильно думаю? Предатель это предатель. Лёш, это предатели? Осталось еще и задание выполнять. Ребята, выполняйте, вы должны сделать. Сделайте заданиями. Я бегу. Не туда. Бегу. С скоростью ветра, 100 километров. Бегу, выполнять. Вот, подумайте хорошо. Задание выполняйте. Задание. Что это за новое задание такое? Замок какой-то с оранжевой хренью. Да серьезно? Успею. Короче, я не знаю, что это за задание, я пойду другое делать. Это синий. Это синий. Это синий, 100% отвечаю. Да, он меня только что хотел убить. Он меня только что убить хотел. Отвечал на пацана. Лучше бы ты на пацана не отвечал. Тогда не отвечаю, ничего не знаю. Идем голосовать. Артём, а что ты за мной бежишь? Саботаж модуля. Опа. Ну-ка. Это... Я понял, походу, кто блин, это. Блин, самого модного человека с бумагой убили на голове. Вот за что? Объясните, сейчас коронавирус. Я самый ценный ресурс. Самый ценный ресурс. Но. Я знаю, кто это. Это Артём. Думаю, я не могу говорить. Либо мы сливаем, либо мы выигрываем. Поиграем, думаю. Найс, выиграли. Победа. Я ж сказал, что... Ну чё, меня опять кикнуло? Победа! Байк, да? Или так, какой? Еще хотя бы пару каток на запись, я думаю, нормально будет, да? А из-за чего ты за меня проголосовал? Да блин, скажите, кот меня опять кикнул. Ты серьезно? Да. Капец. Чего ты меня проголосовал? Скажите первые три буквы. БТВ. Ага, всё. А дальше... Давай быстрее, пока место есть. Ау. Андрей. О, тут три знака вопроса. Здравствуйте, ребят. Андрей. Подожди, три знака вопроса, это ты. А, стоп, это я. Андрей. Да, это Андрей. Я, Лёш. Ну, мало ли. Андрей, а почему ты за меня прошлой катки проявился? Потому что я знаю, что это ты. Ты с полиции, ты сказал, что прям перед нами все, а ты а мы все четверо стояли вот там вот уже чинили новую штуку. И ну, ты этим спалился. Я чисто мини-подсказку дал, типа, не отвечай на пацана. У вас типа... просто странная логика, как бы это с, не так очень работает. Мы обычно играли с знакомыми, 10-ром. Лёша, ты уже начал запись? Я а чё мы ник не видим? Уже вторая катка сейчас будет, я жду ещё одного человека.
А что, когда я написал чат, у меня не видно? Что? Так, у меня не видно. У тебя его не видно, вопросики не работают. Блин, один человек остался, ребята. Ну, хорошо, вот чекайте. О, ребята. Все, погнали. Отсюда. Погнали, пока никто не ушел. Все, отключаем микрофон. Давай, а, микрофоны отключаем. Вырубить? Ну, давайте. Нет, блин, не надо. Давайте вырубим. Ну, блин, я не импостер. Все, ребят, я один остался. Что по заданиям? Легенда, отстань, пожалуйста. Я надеюсь, ты не убийца. Не, вроде нет. Хорошо. Легенду исключаем. Или нет? Ну, думаю, исключаем. Кстати, ребят, если хотите со мной также покатать, подписывайтесь на канал. Вот теперь можно включать микрофоны. Не знаю, фиолетовый нажал. А теперь что? Кто? Не понял. Почему мне вырубили микрофон? Вот не нашел трупа, просто нажал. Народ, а чего вы включили? А, уже голосование. Да. Окей. Дальше голосование. А что, да? Можно было? О, мой братишка с туалетной бумагой. Не, я скипаю, я не знаю пока что. Но я подозреваю, что это точно не легенда. Не знаю почему. Он возле меня прошел и выполнял задание. Вроде как. Не знаю. Ну, но это я так методом исключения. Просто, да. А вы сейчас с легендой очень хорошо играете. Хорошо обманывать, но тут просто мне не повезло, у меня вылетел дискорд, а так бы я мог получше. Mm-hmm. Выключай микро. Я бы мог... А, да. А, да. Так. Вот надоело же. Да! Включать, предлагаю его выкинуть. Кикаем! Пацаны, кикаем в чехло, короче, это. Да, короче, ребят, я не буду выключать пацана микро, я просто буду молчать, потому что я задолбался каждый раз менять окна. Ну, то есть, у меня же не два экрана, как у стримеров. Не, ну, в смысле, я имею в виду просто молчим, когда играем в микрофон, ну, да. Я обязательно просто... Не, просто, Лёшки, понимаешь, в чём прикол? Прикол в том, что... Короче, я наугад жму, не знаю кто. Прикол в том, что... Фиолетовый. Ну, блин, уже поздно, я наугад нажал. Короче, я тебя специально хотел убить красиво из-за того, что запись начал. А как так ты мог угадать? А, я понял. Так ты же сказал. Ну да. А, Лёша, ты что, офигел за меня голосовать? В смысле, я разве за тебя? А, ты же вопросик. Это я не увидел ник. Я думал, это какой-то левый чел. Спасибо. Я тебя не узнал. От души ничего не скажешь. Да вы ворши, ты не ходишь. Если бы он был убийцей, я думаю, он бы тебя убил. Ну хотя, я думаю, он не дурак, он бы не убил нам при мне. Ну кто знает, Лёш. А чё вы говорите, Надя? Не знаю. А, фокус на микро, не будем палиться. Так, понятно. Ну, я могу 100% сказать, что это не кто-то... Ну, не скажу, короче, пока же. На голосовании скажу. Лёш, хочешь, даже докажу, что я обычный? Всем. Хочешь, докажу? Я убью тебя. Или кнопка. Шучу, шучу. Пацаны, меня что-то этот Сергей напрягает. Сергей. Опа-на, кто-то дверь закрыл передо мной. Ой, не, Сергей, это... Кто-то передо мной закрыл дверь. Тут, если что, возле меня белый, зеленый и черный. Так что, значит, говорить будем все-таки? Да, блин, да. Понимаешь, я же говорю, на запись я не могу постоянно сворачивать окна. Каждый раз заходить в Дискорд, выключать микрофон, это очень сложно. Давайте лучше будем...
Лёш, давай ты будешь говорить, а мы не будем говорить. Чтоб тебе было удобно. Вышел просто молчит, но он со включённым микрофоном. Просто я же говорю, прикол в том, что у меня не два экрана. Было бы два экрана, я бы спокойно вырубал микрофон со второго экрана. И это не было бы на записи видно, а так? А так у тебя один экран. Да, и поэтому мне приходится каждый раз менять окна. Это очень тупо на записи выглядит. Да блин, что так лагает? У меня лагать дико начало. Я в шоке, что у меня не лагает, при том, что у меня открыт ОБС, Дискорд и еще игра одновременно. Артём! Да ёб твою мать, что такое? Меня в жопу лагает. Это с телефона? Да. Ужас. Молча смысла больше... У меня ещё 60 памяти гигабайта. Молча смысла больше из-за того, что мы просто не будем палиться. Или кто-то наоборот не придёт. Если кто-то будет говорить то, что он делает задание, то подозревает Лёшу другого, то понятно, что... Чё-то я Лёшу перестал видеть. Вот теперь ты еще и можешь смотреть то, что... Вслух. А кто умер уже, пацаны? Лёша, походу, сгорел. Так, Лёша, голосовалочка. Смотрите, труп был за камнем. Получается, я таки... А, ну это синий, и там был тёмно-зелёный и светло-зелёный. Точно, ты из них, да? Я не знаю, кто это. Это тёмно-зелёный, думаю. Тёмно-зелёный? Так просто нельзя говорить. Они мимо прошли этого трупа, либо они его не заметили, но он был заметен. Нет! Давай за зелёного попробуем. Какого? Давайте на тёмного. Я за тёмного проголосовал. Я тоже за тёмное. Я тоже. Они просто прошли в трупа и не репортнули. Ну, мне кажется, это кто-то из них точно. Прикинь, сейчас угадаем, это будет прикольно. Офигенно. Да. Так, это вторая катка и третья ещё на запись, думаю, и всё. А, угадали. Да, реально, вау. Куда? Угадали. Congratulations, мы побеждаем. Я не угадал, просто он... Так, две катки подряд, ребят, нормально. Пацаны, я запомнил код. Стоп, а где еще? Где Делавар? Надо поменять ник. А, вот Делавар. Я буду теперь оранжевым. Так, я надеюсь, мою любимую шапку не забрали? Или забрали уже? А, и она что, недоступна? Можно ее брать только угодно. Она тут недоступна. Я хотел тыкву на башку надеть. Ее тут нет, почему-то. Сергей. Я, пожалуй, промолчу. Я тогда буду поваром. Повар? Огуски, огрызки, дармоеды. А ну быстро на кухню шинковать бананы. Наклеить от бананов подклеить. Что ты делаешь в моем холодильнике? Ты хочешь... Кушать! Я повар! Повар! Боже. Походу, я читак. А, не, не я читак. Здорово! Господи, что у тебя там в комнате? Так, последняя катка, ребят. Ну, на запись. Угу. Раз, два, три, четыре. Найс. Испугались? Обосрались. Легенда, что ты все не хочу, чтобы уйти. Поэтому я не пойду с тобой. Блин, кто дверь заблокировал? Какую? Да тут. Блин, я выйти не могу. Меня газом каким-то травят. О, всё. А, так это проход в другую комнату. О, Лёша, давай. Здорово, Артём. Лёш, смотри.
Смотрите, я не импостер, я даже могу доказать, вот. Я делаю таск. Смотрите, здание выполнено. А что не добавилось? Значит, плохо. Понятно. Меня спалили. Валим. Давай отойдем пока что, и потом вернемся. И посмотрим, что будет. Я уже забыл, что там запал. Раз. Почему мы, кстати, вчетвером? Такой парадокс, мы именно вчетвером встретились. Хотя в каске 10 людей аж. Я пришел к вам за компанию, у меня там... Да я чисто рандомно внизу где-то карты шел, и на вас всех наткнулся. Я выполнил задание. Очень странно. Ну, понятно, тут... А где вы все бегаете? А тебе зачем? Возле Титьки и Мясника. Дайте с вами побегаю. Мне ну, пока... А кто это светлый... А кто это светло-зелененький? Это ты. Чё там светло-зелёный? Стой. Лёш, чё там светло-зелёный? Тут светло-зелёный ФК шел только что. У стенки. Блин, пацаны, я давайте все. Говорю, я забываю, что вообще надо задание выполнять. Я тупо бегаю, как ненормально. А я выполнил все задания. А я не забываю, что надо Лёшу убивать. А, конечно. Хотя не убийца, но надо Лёшу убивать. Опа. Ну, Лёша, это не я. Ты сам бегаешь. Ну, я и, с тобой и я тоже, как бы. Но это не Лёша и не я 100%. Мы вдвоем только что стояли, типа. Ну так. Ага. На спавне. Да это не вы 100%, мы не могли никак убить. Давайте за мясника. Мясник странный. Ну чем он странный? Угу. Объясни, вот то, что он просто странный, нельзя выкинуть человека. Можно. Ну вот так вот и люди скачивают читы, их выкидывают просто из-за того, что они странные. Так, давай я сейчас методом сам... втыка. Я голосую за Титьку. Давайте лучше... За Мясника. Похоже, мясо. Сейчас кого-то случайно убьют. Ну да. Я за Титьку. Это так звучит. Печально. Убили. Титька бобра. Молокота. Ну вот. Метод Глаз-анубы. Мне не хочется с ними. Титька подозрительная. Ой, 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 ой. Опять я гоню, но он болтает. Нет, 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 уйди, уйди, уйди. Или уйдем, вырет человек. Кстати, если кто-то вас вдруг убьют, вы говорите, типа, что вас убили там. Не, это не да. Не говорить? Еще больше смысла. Не, ну типа Лёш, не говорить, не говорить кто, да, просто да. Говорить, типа, чтобы труп искали. А то нет, у меня было такое, просто... что я 2 минуты ждал, пока вы мой труп найдете. Я не говорил, я кто, понял, я просто ты... говорил, что труп, типа, лежит мой. Где делать голосование? Я уже забыл. Я сейчас уже выполнил задание, поэтому я могу просто по карте ходить и. Да где задание голосовать? Голосовать в самом начале, где появляемся. Там кнопка. А я не чего? Помню, где я появлялась. А, да, доходит. А я не помню. Нифига себе, у меня все 4 провода горизонтальные, вы прикидываете? Вот то же самое. Такое было когда-нибудь вообще? Ну, задание с проводами, типа, чтобы их не надо было наискосок. Они тупо все попрямлялись. Да, я говорю то же самое. Я знаю, кто это, пацаны. Покажи, где голосование, Артём. Зачем? А зачем? Я проголосую. Ну, вообще ладно. Никого не вижу. Это срочно. Давай я нажимаю. Вот уже даже. Я думаю, это привет, потому что он странно ведет. Я видел, он был с самого того, кто в промывалке от дезинфекции, а потом он резко появился вот там вот на другом конце карты. Но я думаю, это вот этот темно-зеленый. Потому что реально. А почему это не ты? Ты уже выкинул одного человека ни за что, второго сейчас возможно. Окей, выкини меня. Выкини меня, если не он, то выкините меня. Не, ну так лучше не надо, так только хуже ошибки делают. Но я не думаю, то, что ты темный. Я... А вдруг ну, это белый? Я... Вряд ли белый. Я в сомнении... Белый бы меня... Белый меня бы уже 500 раз убил бы.
Я не понимаю, кто голосует. Три человека, они выкинули светло-зеленого и темно-зеленого. И опять два темно-зеленых и светло-зеленых. Все были предателями, их вы. Ну я думаю, белый бы меня уже 300 раз бы убил бы. Знаешь, это Артём. Да не, вряд ли это Артём. Он бы нас был да уже тоже по 300 раз бы поубивал бы. Для чего ему надо было сейчас? Можно же втереться в доверие и потом убить сразу. Чтобы никто не понял. Ну, в принципе, да, возможно. Он молчит, он как бы тут, но он молчит даже при возможно, давайте все, для... пацаны, давайте все вот сюда вот встанем, к ямке, и будем тут стоять фаниться. А где белый? Ошивается. Вот белый. Вот, там, вроде бы, вот белый, на спавне, вот он. Вот он. Это все, да? Шесть нас осталось? Да. Погоди, ну да, на шесть. Сейчас... Вроде шесть. Да-да-да, шесть. Кстати, мы можем сейчас по заданиям чисто затащить, вы в курсе? А почему никто задания не делает? Или у нас призраки задания не делают? Погнали или... выполнять. Лёш, погнали выполнять. Задания? Я сделал все задания. Я еще не сделал два. Делайте. У меня еще два есть. Делайте. Нет, не тут. Вот тут. Чем быстрее просто уже... А как это... А, понятно, как это задание надо было делать. Блин, тяжелое сейчас было мне задание. Да, а на телефоне еще слышно. Там просто надо пальцем. Да. Короче, я думаю, это скорее всего этот. Я? А может, кстати, и ты. Нет. Я думаю, это птичка какая-нибудь, а не белый. Птичка, логово селёдки, птичка бобра, молот кота. Это легенда, потому что, ну... Нет. Он обычно делает по тактике. Выключает свет и сам же его чинит. Как будто он, да, мирный. Так, мы можем сейчас затащить чисто по заданиям, в принципе. Да, если... Так убийца не может чинить. Три задания, ребят, а блин. Это розовый, прямо передо мной. Все, я говорил, птичка. Да. Я говорил, птичка, а еще можно сказать по-другому? А можно по-другому сказать? Все. Давайте затянем. Птичка, бобра, молот. Все, это последняя катка на запись. Надеюсь, блин, вам понравилось. Ребят, что надо сказать, чтобы сделали с видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Все, круто. Но мы еще не заканчиваем запись. Сейчас надо же это закончить катку. А вдруг это не птичка? А что, он передо мной убил и прошел. Я не знаю, если он не заявился... Смотри, если это не птичка, то мы голосуем за того, кто говорил про птичку. Не-не-не. Все, победа, все, ребят, все, заканчиваем запись, всем спасибо за просмотр, ждите следующий видос, скорее всего, он будет не по Among Us, ну, хотя, может, и по Among Us, не знаю, посмотрим. Все, прощайтесь, пацаны, все, всем пока. Всем удачи.